Что Мурзик делает? Матвейка выспался. Девочки, у нас вечер. Всем добрый вечер. Матвейка вышел посмотреть, что у нас Мурзик делает. Ай да Мурзик, молодец. Целый день мышек ловит, да? Убежала, что ли, мышка-то у него? Тебе интересно? Че он делает? Смотри-ка, он ее как подбрасывает. Как он ее подбрасывает, Мурзя? Оп. Холодно? Псот. Холодно. Ты только сына. Да. Блин, плечом-то дал матери. Фу. Я тебе говорю, пойдем. Мы с Толей ягодок насобирали. Ягодки будешь кушать. Ягодку будешь кушать? Ай да, Мурзя, молодец. Беги, ягодки кушай. Че, на диван хочешь? Ну, ложись, побалдей. Хочется, если тебе. Туда-сюда он ее. Вот что он делает. Игривый. У него сегодня третья мышь, знать-то. Утром две поймал. И вот сейчас. Я думаю, что он там подскакивает, подпрыгивает. А он дуреет и дурит. С мышкой играет. Что, ягодку ждешь? Ждешь? Как он любит ягодки. Я тоже наелась ягодок. Такие вкусные ягодки. Вкусные ягодки, да? Спал, Матвейка долго спал. Спал, а мы пока дела делали маленько. Дела? Ягодки пособирали, чтобы ты покушал ягодки. Да, Матвейка проснулся, на горшочек на новый сходил. Папа сегодня горшок купил новый. Новенький. Да, игрушку Толя тебе поймал. Авокадо, да? Мягкая игрушка. Кушай давай ягодки. Да, папа с Толей пошли за коровками. Виталя баню топит. Папка с Толей. Ну, Толя пошел с ним прогуляться, да. Гулять? Гулять, да. Вот. Вкусно, да? Любишь ягодки? Ты ягодки любишь? Полотенышко надо? Ручки вытрать, да? Марина намыла ягодок. Мы ходили, листики собирали, смородины для чая. Вкусный-вкусный чай будет. Зимой будем пить. Зимой. Ты хорошо поспал? Хорошо поспал, да? Выспался? Да. В баню пойдем потом? Баню. В баню пойдем? Куп-куп-я. Да. Сейчас ягодки покушаешь, поиграешь. Потом уже и баня будет, когда папа управится. Папа. Так что папа управит. Молочка коровка Катя даст. Му-му. Да, свежего молочка тебе. Ты будешь молочко пить вкусненькое, да? Ну все, кушай давай, ладно. Приятного аппетита тебе. Полотенышко принесу сейчас. Девочки, у нас новый день. У нас утро, да? Куда собрался Матвейка? Топ-топ. Топ-топ. В дом? Домой пойдем к папе туда, да? Папа у нас рано встает, ушел. Управлялся. Я в окошечко уже видела. Пойдем давай. А девочки, хотела ответить на вопрос. Писали, почему у вас в доме 2 стоит типа старая дверь? Вы вроде новую ставили. Девочки, это вход в дом. Как сказать? Был настоящий вход. Вот такая в нем дверь, значит. А пристроя получается. Сейчас вот мы выходим. Давай, сына, выходи. Выходи, мальчик мой. Прохладно на улице. Вот здесь вот получается. Я уже показывала, рассказывала когда-то давным-давно. Вот здесь у нас получается пристрой. Мы этот дом купили вместе. Ну, вот так вот уже было пристроено. Газа здесь нету. Здесь получается холодная комната. Вот такая вот комната. Надеюсь, что она когда-то преобразится, когда газ проведут. Здесь будет кухня. Сына, пошли давай. Пошли, пошли, пошли. Все, уходим. А вот здесь стоит входная новая дверь. Мы вот здесь, получается, ее поставили. Так что эта дверь, вот эта дверь... Вот эта старенькая дверь. Она вообще должна убраться будет. Да. Так что пока вот так, как есть. Нынче, получается,
газ никто не сделает. Мы будем делать печку. Вот уже надо заниматься печкой. Ну и печку папа вчера топил, да? Папа топил печку, а потом открывал двери, что ли, под утро. Что-то так прохладно стало. Ну вот выходишь, вообще холодина, можно сказать. Так что отправляемся. Пойдем давай. Пойдем, все, уходим. В дом один. Идем, да, идем к папе. Солнышко светит, но не греет. Разгуляется денечек. Толя, доброе утро. Куда вы с чемоданом? А, собираетесь. Я в окошко посмотрела, говорю, доходит, отцу позвонила, он не берет трубку. Я говорю, будем собираться. А он где? А, он, ну машины-то нету. Только что увидела, ага, глаза открыла. Завтракать надо идти. Девочки, сходили мы в дом один, позавтракали. Позавтракали, муж собрался с Данечкой, с Матвейкой. Косить уехали траву. А я пришла сюда. Снова сюда пришла. Постельная, говорю, постельная. Постельная закинула стирать под одеяльник. А вещи, говорю, надо поубирать. Прохладненько у нас сегодня. Вот одела. Оделась. Прохладно. А комментарий, девочки, в голове крутится. Ответить надо мне на этот комментарий. Написала, значит, не одна дама. Пишет, я его удалила, этот комментарий, девочки. Короче, что типа Матвейка на отце, а мать только жрет. Мать жрет. Про пену написали. Вот почему я хотела ответить. Вот, в общем, снимаю видео, да, девчонки, вот там окно. И получается, у нас откосы не сделаны. Мы дом купили по осени. По осени мы купили, девочки, значит, да. И занимались ремонтом. И на ремонт очень много надо денег. Мы очень много всего сделали. Мы поменяли полы. В общем, заливали фундамент по низу. Проливали, просматривали все. Да? Вставила окна я. Значит, три окна здесь. В комнате окно. Здесь на кухне два пластиковых окна. В общем, делали стены. Выравнивали из фанеры, из гипса. В общем, на ремонт много надо денежек. Еще успели сделать немножко фасад со стороны огорода, зашили фанерой. Фанерой. Она еще на тот момент, девочки, по 800 рублей была. Я ее покупала по 800 рублей. Вот. А сейчас она стоит 2000, эта фанера. На все надо деньги. В том доме надо, в этом доме надо, везде надо. Вон, квартира еще стоит. В общем, плюс еще участок стоит, девочки, на Пионерской. Там тоже... В общем, дофига всего. И везде нужны деньги. Деньги, время. Вот. Так что торчит, да, пена. Пену бы надо срезать. Срезать пену будет тот, кто будет делать откосы. Откосы я еще не, в общем, не добралась до них. Потому что сейчас вот мне надо, получается, будет на печку купить новую плиту. Потому что у нас вот эта плита, получается, треснула. Так, не покажу, наверное. Нет, покажу. Покажу, девочки. Трещина. Вот эту плиту надо заменить. Она стоит 2500. Плюс дверка 1500. Вот. Плюс найти печника надо. Денежки. Дров надо купить. 7000 машина. Вот. Потом что еще? На сено надо. Сено 30 рулонов. Тоже денежки надо. К чему я это говорю? К тому, что везде нужны деньги. И в приоритете, конечно же, сейчас сено и плюс печка. И откосы подождут. Конечно, кто-то там располагает большими финансами, допустим, да? Тот, конечно же, может так рассуждать. А когда у тебя финансы не настолько большие, кто-то там скажет, ты не туда деньги тратишь. Я знаю, куда свои деньги тратить. Было ли это? Да, может быть, где-то что-то я могла купить раньше. Допустим, эту же плиту. Но, ну что сделать? Ну, не купила. Не купила раньше. Сейчас буду покупать. Так что вот так. Что сделать, девочки? Все дорого. Вот двери тоже. Вот написали, да, вы двери не поменяли. Несколько комментариев было во вчерашнем видео, почему двери старые. Потому что вообще вот эти двери уберутся. Но когда это будет? Когда проведется газ? А газ когда проведется? Девочки, программа рассчитана на 2 года. Вот я узнавала, получается, ждите. Ну, ждите у моря погоды.
Тут у меня не подвысохло даже, хотя печку топили. Тут вот немножко сыроватое. Ну вот, сейчас пододеяльник вытащу, постельное меняла. И второй пододеяльник закину. Так что я думаю, все понятно. Нормальные люди понимают. Но на еде экономить, где-то что-то урезать и покупать, допустим, что-то. Ну, не готов. Я не готова. Я не готова. Надо питаться. Есть надо, все равно что-то надо покупать. Мы не настолько прям уж прям шикуем. Ну, дети маленькие. Маленький Матвейка. Ну и наши дети еще не выросли настолько, что все хотят, в общем, кушать. Все надо, одеваться надо. Все надо, девочки, на все надо деньги. Так что я думаю, все понятно. Все. Не сказала самое главное, что ребенок на отце. Отец у нас сейчас на больничном. На больничном. И писать то, что постоянно ребенок на отце. Ну, знаете, вы на видео только видите, что ребенок на отце. Вот ребенок, папка держит ребенка, да? Подержал он его, съездил вот сейчас на покос, потому что он дома. А когда отец на работе, на ком ребенок? Ну, я думаю, всем понятно, на ком ребенок. Явно не на детях. Дети сейчас на учебе. Вот Виталий у нас с утра на учебу ушел. Даня сейчас тоже уже приедет, получается, с покоса будет собираться и пойдет в школу. Все. Так что каждый занят своим делом. А отец тоже любит своих детей. Ему нравится заниматься с детьми. Конечно же, он его всегда берет с собой, если у него есть такая возможность. Если возможности нет, он так его целыми днями не видит, получается, когда на работе. То одно, то другое до вечера. Получается, до самого позднего вечера, девочки, он его не видит. Когда на работе. С работы приходит, то туда, то сюда. Все. А здесь вот возможность получается. Почему бы ему не поводиться со своим собственным ребенком? Я не знаю, может, у вас как-то по-другому? Напишите. Мать занимается домашними делами. Ну, вот сейчас позанимаюсь здесь. Туда пойду. У нас сегодня поездка еще состоится. В Каменск поедем. Ну что, куда собрался мальчик? Куда собрался? Гулять. Гулять он собрался. Надо же. Шапку снял, да? Деловой. Все, с папкой накосился. Травку с папой косили, да? А куда ты едешь-то? На бибике. На бибике поехал? В гости? Ты поедешь в гости с мамой? Лялю смотреть. Мы еще не видели Лялю. К сестре, девочки, к троюродной. Каменск. Матейка уснул по дороге. Что там взять еще? Игрушку? Сейчас проснется, мы приехали, девочки. Будь здоров, Толя. Давай мне в руку. И пойдем к тете Оксане в гости. Матвейка пришел в гости. Будешь игрушки лялям дарить? Он уже посмотрел на них. Шарахается. На, скорей. Тут целый пакет, сына. Держи. Пойдем лялям игрушечки дарить. Бери скорей. Бери вот так пакетик. Это лялям. Одной ляле и другой ляле. Да. Ты-то уже большенький. Ты уже только вот такими играешь. Твоя игрушечка. Держи пакет, держи. Неси давай, неси скорей. Он думает, парень, куда попало, а? Так, кто у нас там? Даша. Как? Валерия. А, Валерия. Не, Вера. Валерия и Даша. На, скорей, игрушечку одной ляле. Так, а где у нас еще? Второй ляле игрушечку. Одинаковые. Держи. Держи, пойдем лялям дарить игрушки. Заходи, не бойся, давай. На, скорей. На, беги. Иди лялям, подари игрушечки. Беги. Смотри, одной ляле. Даша, смотри, девочка Даша там. Положи с ней, она потом проснется, поиграет. А вот Лера не спит. Будешь Лере дарить? Он не освоился, парень. Такие маленькие там они. Одинаковые. А смотри, какая у них коляска. Какая коляска большая, да? На две целых ляли.
Он в шоке. Ну, пока маленькие, ага. Потому что мы тоже так же ведь. Ну. Надо приучать, а обратно получить так. Малюсенькие ножки. Маленькие. Лицо не будем показывать, вот так вот. Да-да-да. Ой, спасибо. Ой, мама, что-то вообще без меня. Я же тоже купила это. Не могу никак найти себе носков много. Ну-ка, что, носков много не бывает? Ну, я говорю, спасибо. Ой, бутылок-то мы вообще... Бутылок тоже много не бывает. Я только почему-то, знаешь, короче, хотела 2 паильника купить. Ну, ничего, ладно. Ну. Все-таки хорошо. Сына, вот, иди сюда. А Матвейку вспоминать будем, когда пить из этого бутылка будем. Да. У нас кто Матвейка-то получается? Мы запутались, они, девочки. Племянник. Ну, тебе-то да, тебе-то он племянник. А, они уже с тобой интересны. А, мы же тогда с тобой рассуждали, они, получается, братья-сестры. Ну, так что, смотрим. Да, да, вот такие ножки маленькие. Видишь, он стесняется. Может, он с тобой пойдет? Юля. Он еще, он первый раз. Мы, получается, девочки, встречались с сестрой, когда я была беременна вначале. Потом, когда я была беременна. Потом ты была беременная. И все. Давно не были в гостях. Все, девочки, Лера играет игрушечкой, да? Валерия играет игрушечкой. Держит. Да. Я, мне казалось, девочки, они разные. Ой, разные, одинаковые. А сейчас я присмотрелась, они одинаковые. Мамка, как ты их, мамка, различаешь? Да, костюмчики одинаковые. Вообще, ну, же играю уже игрушкой. Хорошо. Лера вообще любит разговаривать. Все, Матвейка разыгрался. А Василий-то такой хитрый, ага. Вообще, он очень любит там спать. А, колясочку залез. Я иногда говорю... Где Юля-то? Где Юля? Убежала? Беги, ищи скорее ее. Ну-ка, где она? Куда спряталась? Лера разговаривает. Болтает, ребята. Она вообще любит болтать. Не, скажи, что мне делать-то, да? Думаю, сладенькая. Думаю, точка. Девочки, мы сидим про пособие рассуждаем. У Оксаны... Два ребенка, родившихся в один день. А пособие, девочки, дают на одного ребенка. Это получается до 3, да? Там дается пособие до полутора лет и до 3 лет. И получается, вот она получает. Что ты получаешь? Я сейчас она ничего не понимаю. Это офигеть. Я говорю, почему так несправедливо? Она мне сейчас говорит, вот ты сейчас родишь, получается. Четвертый. Так, у меня же 5-й ребенок-то будет. Да пофигу ей. В смысле, я до 3 я получать не буду. Нет, ну подожди, сестра, ну-ка, вы меня хоть тут нет, не шибите к маме. Ай. Ну, короче, я когда узнавала, мне так сказали, что если бы вы родили сейчас и получили бы деньги, например, а потом 4-го, на 4-го бы вам уже бы не этого не было. Ну, как так-то? Ну, у нас какие-то правила вообще дебильные в квартире, а? Ну, все. Так, блин. Как бы так-то ничего, что я их одновременно родила. Нет, получается одна такая несправедливость, да? А-а-а. Один на одного ребенка плотят, получается, а второй ребенок что, кушать не хочет, что ли? Не хватит. Нифига себе. Не, ну подожди, вот у нас Анютка у меня сестра. Наша сестра, вот Анютка, да? Смотри, она, получается, родила Ваньку, да? Он у нее, получается, Ванька же был у нее. Подожди, Оксана, она же получала из полторашки и трешки, получается. Потом у нее Машка родилась. Машка же у нее 5-я. Угу. Она и полуторки, и эти, и трешки получала. Да? Конечно. А мне вот так вот сказали. Ну а как сказали-то? Нет, ты узнавай, я не знаю. Надо куда-то обратиться, мне кажется, это несправедливо. Ты, у тебя 2 ребенка, вообще, по идее, получается. Коляску вы сами покупали? Конечно. Или это дают, когда тройню рождают, и там двойня не котируется, да? Мне надо мне тройню. Тройня и четверняшки. Мне двойню. Там, может, сразу квартиру дают, там еще что-то. Ага. Потому что коляску вот даже купить, вот коляска не дешевая ведь, наверное, да? Да, поняла, очень. Да, поняла. На двойняшек. Ну что, 50-ка стоит? Юля, подними. Ну, короче, все равно все дорого, да, вот так. Ну, я считаю, девочки, это несправедливо, пишите. Конечно, некоторые, знаешь, считают, ой, для себя рожали туда-сюда. Ну, конечно, для себя, но нет, все равно получается же вот. Ну, как бы от помощи никто бы не отказался, я думаю. Никто нет, конечно. Матвеечка,
Помаши Лялям ручкой. Пока-пока. Пока, Матвейка. Прощается Матвейка, пока, да? Пока. Поедем сейчас. Все, понравились тебе Ляли. Пока-пока, Егор. Да, ну давай, пока-пока. Егорка, пока-пока. Юля. К маме? Все, папа сейчас за нами придет, и мы поедем. Девочки, я на этом попрощаюсь с вами. Видео свое мы закончим. Всем скажем пока-пока. До скорых встреч. Да? Так. Пока-пока.